Здравствуйте, уважаемые наши подписчики, телезрители и просто здравый люд. Сегодня на нашем столе интереснейшая модель Второй мировой войны. Это германский тяжелый бронеавтомобиль периода Второй мировой войны. По германской ведомственной системе обозначений военной техники носил индекс SD-KFZ-234. Данный экземпляр представлен как зенитная установка именно на базе бронеавтомобиля. Зенитная установка обладала оружием 20-миллиметровой автоматической пушкой. Коробка имеет хороший авторский рисунок. По бокам коробочки есть надписи на разных языках, соответственно, номер модели 294 и масштаб 1.35. И, соответственно, в собранном состоянии модель будет составлять 17,1 сантиметр в длину. Коробочка такая, плотная. В принципе, детали в ней сохраняются хорошо. Итак, уважаемые друзья, давайте перейдем к внутренностям этой коробки. Что мы видим в этой коробочке? Инструкция довольно-таки неплохая. Разворачивается у нас в большой такой листок и имеет соответствие номеров с литниками. В инструкции есть небольшая схема покраски, рекомендованная фирмой-производителем. Но еще раз скажу, уважаемые друзья, используйте документальные сведения, если вы хотите, чтобы ваша модель имела историческую ценность. В данной модели производитель за место фототравления положил вот такую сеточку. Вот здесь как раз она представлена. Давайте я перейду к тактико-техническим характеристикам оригинала. Итак, длина корпуса составляла 5860 мм. Ширина корпуса 2330 мм. Высота по крыше башни составляла 2100 мм. Ну и, соответственно, база данной модели 4000 мм. Колея составляла 1950. И всех интересует, конечно, клиренс. Клиренс составлял 350 мм. Что можно сказать про пластик? Пластик такой неплохой. В принципе, детализация неплохая, но деталей немного. Если вы хотите детализировать больше данную модель, ну, соответственно, придется купить травленые детали. У нас представлен базовый вариант с 20-миллиметровой пушкой в открытой сверху башне. Уважаемые друзья, здесь у нас представлен последний литничок, ходовая часть вместе с колесами данного бронеавтомобиля. Уважаемые друзья, чем уникален этот автомобиль? SD-KFZ-234 является одним из наиболее технически совершенным бронеавтомобилем Второй мировой войны. Немцы применили на этом бронеавтомобиле двигатель дизельный. Еще раз повторюсь, с 1944 года по 1945 было выпущено 200 единиц. В коробочке есть еще вот такая декалечка, фирма нам положила. Номерной знак, соответственно, и технические надписи. Уважаемые друзья, давайте же мы подведем итог этой модели. Что я могу сказать? Пластик неплохой. В ценовой категории данная модель недорогая. Уважаемые моделисты, я думаю, что данная модель найдет свое почетное место в вашей коллекции. А с вами был Феррорист. Пока!